Нападение ваххабитов на Израиль застало врасплох жителей этого ближневосточного государства. Не стали исключением и Алла Пугачева с Максимом Галкиным, которым пришлось прятаться в бомбоубежище с детьми. Это спровоцировало разговоры о том, что вскоре звездное семейство, якобы, покинет еврейское государство и отправится в более спокойное место. Экс-ведущий Первого канала свой отъезд уже подтвердил, а вот его супруга предпочитала отмалчиваться. Между тем, как заявил сегодня хорошо знающий исполнительница хита «Миллион алых роз» Павел Рудченко, уже в эти дни артистка может прилететь в Россию. По слухам, она сильно скучает по своему замку в подмосковной деревне Грязь, где до февральских событий прошлого года устраивала пышные приемы. Более того, прицепом она может захватить и Максима Галкина, которому после европейских гастролей нет никакого смысла ехать в Израиль. Я не исключаю, что Алла Борисовна с мужем могут просто в ближайшее время вернуться в свои грязи, в свой замок. Тем более там наблюдается определенное оживление, говорит музыкальный продюсер. Рудченко указал на тот факт, что, по сведениям СМИ, особняк уже начали готовить к приезду звездных владельцев. Несколько дней назад мелькали сообщения, что территорию убирают от мусора и опавшей листвы. Отметим, что Алла Борисовна пока что о своих планах предпочитает не высказываться. Однако ее возвращение в Россию уже не кажется фантастикой, ведь в эмиграции артистка рассчитывала на спокойную и размеренную жизнь, а не постоянные спринты до ближайшего бомбоубежища.